Играешь в Майнкрафт? А может быть, ты играешь сам по РКС? А может быть, ты хочешь открыть свой сервер, но не знаешь, как это сделать? Может, ты просто не можешь определиться с хостингом? На одном дешево на сервера лагают, на другом хорошо, но очень дорого. На третьем админы дегенераты. Но это вообще говно. Теперь все проблемы решены. Ты платишь только за то, что реально используешь. Никакой лишней накрутки. Новый проект от Алекса. Игровой хостинг zita.mobi. С нами вы легко сможете открыть свой сервер для большой аудитории. Или просто играть по сети с друзьями. Заходи и заказывай. Всего 5 рублей за слот. Ссылка в описании. Всем здорово, Алекс на связи, и сейчас я вам расскажу о своем новом проекте. Новый проект называется zita.mobi. Это хостинг игровых серверов. Да, друзья, именно здесь вы сможете заказать себе сервер по самой низкой цене. Всего 5 рублей за слот. Ну что ж, давайте узнаем, как это делается. Вы проходите по ссылке в описании. Кстати, друзья, это не реклама, это всего лишь я рассказываю о своем новом проекте, чтобы о нем узнал как можно больше народу. Вы думали, тут совсем продался? Не, нифига, друзья. Ладно, продолжаем. Итак, заказать сервер. Вы попадаете на этот сайт, жмете вот сюда, и все. И выбираете сервачок. Пока что можно заказать всего лишь 4 игры. Ой, вру, 3. Это Unturned 2, Counter-Strike или Minecraft. Давайте закажем сервер Minecraft. Выбираем Minecraft, выбираем сервера. Давайте выберем модовые сервера. Пока что сервера с модами недоступны. Это сделано для того, чтобы у нас была возможность все более-менее отработать, потому что сервер новый, мы все еще отрабатываем, все еще он в разработке. Но если вам очень хочется сервер с модами, пишите вот сюда, жмете вот на зелененькую штучку, открывается окно диалога, и вы пишете нашему оператору все, что вас интересует. Хотите моды, пишите оператору. Что-то не работает, пишите оператору. Оператор почти всегда онлайн. Ну что ж, продолжаем. Давайте закажем сервер простой. Москва, скоростные сервера. Выбираем версию, пока что версии всего лишь 3. 1.5.2, 1.6.2 и 1.6.4. В будущем будет 1.7.2 и 1.8.1. Или просто 1.8, как там, что я уже тут совсем не разбираюсь. Или 1.7.10, мы еще решим. 5 рублей слот стоит сервер Майнкрафта. Минимум, можно сказать, всего лишь 25. 25 игроков будет стоить 125 рублей в месяц. Давайте закажем себе, пожалуй, Counter-Strike. Counter-Strike также 5 рублей за слот. Пока что CS 1.6. Потом будет Source, Go, может быть, мы еще не решили. Но Source будет точно. Также выбираем количество игроков, минимальное 15. Итого 75 рублей, самая минимальная цена за месяц. Ну и пока что можно заказать еще и Unturned 2. Сервер стоит уже 7 рублей, потому что игра более сложная такая. Это все еще предзаказ, потому что это бета-версия Unturned 2 версии. Ну, вы все это можете заказать. Также здесь вы сможете почитать, допустим, контакты и реквизиты. Если вы очень захотите связаться с нашими админами или создателями этого проекта, вы можете почитать о сайте. Вы можете почитать об оборудовании, которое на нем стоит. То есть все очень хорошо, мне кажется. Вы сможете зайти в центр поддержки. Вот, жму «Войти». Отлично, друзья, я вошел. У меня есть заказано уже 2 сервера Майнкрафта. Это будущий сервер Апокалипсис, если я его настрою. Вы сможете на нем поиграть. Но не факт, конечно, еще. Так вот, жмете центр поддержки, если что-то не так. И здесь вы сможете вашу заявочку описать. Пишите тему, пишите ваш сервер какой там у вас. Здесь будут ваши сервера, которые вы заказали. И пишите суть проблемы. Все очень просто. Также есть мониторинг. Это все сервера, которые были заказаны. Заказано уже 25 серверов. То есть места еще очень много, друзья. Наш сервер может поддерживать... Ой, наш хостинг поддерживает до 1000 разных серверов. То есть места еще очень и очень много. Ну и здесь есть, конечно же, главное. И всякие новости. Ну, в общем-то, все, друзья. Надеюсь, я доступно вам все объяснил. Если вы заинтересовались, то заходите, ссылка будет в описании. Заказывайте себе сервера. А с вами был Алекс. Всем удачи и всем пока!